В скором времени Россия увидит первую нефть, добытую на платформе «Приразломная» в Печорском море. Отгрузка первого танкера должна произойти уже во второй половине апреля, сообщает сайт arctic-tv.rf. Нефть, которая добывается на «Приразломной», является более тяжелой по сравнению с добываемой на территории Ханты-Мансийского автономного округа, что предполагает, по сообщению «Газпромнефти», незначительный дисконт. Напомним, компания приступила к добыче нефти на арктическом шельфовом месторождении в конце декабря прошлого года. Проект освоения месторождения в Арктике оказался затяжным и весьма дорогостоящим. Подробности вы можете узнать на сайте arctic-tv.rf в материале «Газпромнефть готовится приступить к первой отгрузке тяжелой нефти с приразломной».